Дверь шкафа тихонько заскрипела. Он обернулся и увидел шубу из кроличьих шкур. Знаю я эту страшилку. У меня есть история получше. Про подкроватного монстра. Этот монстр выползает из-под кровати ночью. И если не убрать ногу сразу, как только ложишься на кровать, он схватит и... И что? Что он сделает? Что бы он ни сделал, это не будет страшнее, чем творческий кризис. Подкроватный монстр боится только света фонарика. Надо посветить фонариком под кроватью, иначе он своими огромными руками... Так, нам уже пора. Да-да, нам пора. Спокойной ночи. Ну что там, никого нет? Конечно нет, а ты испугался. Это же просто страшилка. Мы с тобой, ёжик, слишком умные, чтобы верить в сказки. Конечно, крош. Спокойной ночи. Ага. Крош. Ёжик, а давай проверим и под моей кроватью тоже. Вместе. Да-да. Мой подкроватный монстр Бу-бу-бу меня хватает ночью за ногу. Ерунда какая-то. Охота на монстра — это всегда непросто. Ты, главное, не усни. Крош. Ёжик! Мне только что такой кошмарный сон приснился. Про монстра? Нет, про морковку. Она хотела меня съесть. Что это? Ой. Ну, ничего, у меня есть фонарик и его волшебный свет, который защитит меня от любого монстра. И как же я могу бояться того, что сама придумала? Спрячь ножки, рожки и окорочок, а то укусит монстр зубочок. Вся бездарность, все бесполезно. Добрый вечер. Можете меня есть, я совсем не против. Приятного аппетита. Я не ем баранов. Спасибо. А почему? Я вегетарианец. Ой! Бу-б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 у за ногу. Ну, это ерунда какая-то. Кто ж так пишет про страхи? Со своими страхами надо подружиться. И вообще, ну кто так быстро сдается? Даже как-то неинтересно. Извините, я не хотел. Слово «час» пишется без мягкого знака. Исправь. Ага.
Не останавливайся. Работай. Мой монстр добрый, хоть и не ручной, он поболтать ко мне приходит в час ночной. Со мной он и в забот, и в досуг, мой самый верный страж, мой самый лучший друг. Ха, получилось! У меня наконец-то получилось! Спасибо, дружище! Да потому что пахать надо, а не нюни распускать. Всего доброго. И еще раз спасибо. Ты это, не шали. Я буду за тобой присматривать. Ой, заходите, пожалуйста, вы моя муза. Спокойной ночи. А, нет, тут нет! Что опять? Приснилась морковка? Нет, на этот раз баклажан. Ай! И зачем мне такое богатое воображение? А-а-а!